Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас подготовка к ужину. Дима, скажи привет. Привет. Димочка у нас чистит картошечку, морковочку, да? Чистишь? Вот как он чистит. Мы с Димочкой решили сегодня поужинать картошечка с лучком, да? Горячая. Горячая? Вот ты снизу не бери, бери вот сверху, который там есть. Сверху? Нет, не эти. Вот эту вот. Она может не такая. Хотя вот эту вот более-менее. Вот. Мы с Димочкой решили сегодня поужинать картошечкой с маслицем, с лучком, да? Как раньше. И также я хочу сделать салатик с морковкой и тоже картошкой. И с кое-чем еще. Сейчас вы будете угадывать с чем. Он скрипит уже пол. Ты сразу из инструментки, он скрипит, он пол. Да. И плюс, как вы думаете, что это? Сложно. Напишите в комментариях, что это. Пол. Грибы. Вот такие грибы свекровь мне подарила. Мы уже одну баночку или две открыли. Они вообще просто невкусные. Ощущение, как будто... Да, ощущение, как будто это грибы взяли, порезали, сложили в банку и залили водой, и все. Как будто больше ничего не добавили, хотя тут, смотрю, чеснок есть. То есть, блин, вообще просто безвкусное. И в прошлый раз мы с вами добавляли в салат. И я решила снова сделать такой же салатик. Еще открыть их надо. Это робот там. А, болезнь. Он мешает, он же тут чистит мне обувь этот нас. Мешает? Да. Опа. Вот это. Как бы поместить камеру, чтобы было Дима вам видно и что делаю я. Так, вот так вот, да? И все, на. Угу, спасибо. Делай. Чисти. Похоже на морковку. Кстати, нормально так. Похоже на морковку. Угу. Ну, это, кстати, жуешь их обычно грибами, прям аромат грибов. Тут особого аромата нету. Просто соленое. Что-то соленое, мягкое. И все. Даже, по-моему, мне кажется, перец соленый. Диме давать нет, конечно, я не буду. Также Дима вам уже сказал, что там у нас работает робопылесос. Робот убирает Димину комнату сейчас. А он уже Марину убивает. Нет, еще пока твою убирает. Вот, мы купили наконец-то робот-пылесос. Вам нужно поставить 20 лайков. Тогда вы узнаете, выйдет ролик, да, какой у нас вообще робот-пылесос. Вот что так, я думаю, сколько лайков, вот сколько. Да, много надо. Тогда вы узнаете, какой у нас робот-пылесос, как называется. На него выйдет обзор. Мокс. Да, назвали мы его Мопс. Я хотела назвать его Макс. Но Дима сказал Мопс. Ну и, короче, я его называю Мопсюня. Мокс. А Дима называет его Мокс. Как знаете, такое ощущение, как будто просто кошка прогуливается по квартире. Стало стать очень даже интересно, мне прям нравится. За ним наблюдать, начинаешь уже разговаривать с ним даже. Вот, иногда мне кажется, он понимает просто даже русскую речь. Сразу идет в своем направлении, сразу что-то там пытается сделать, что-то там делает такое. Ну, пылесосит, да. Но, по крайней мере, обращает на тебя внимание, идет в твоем направлении. То есть не просто хаотично, там, как обычные, там, дешевые, а как-то он прям по-другому. Как ты, Дима, его назвал, помнишь? Умный пылесос. Что ты морковку-то не дочистил? Давай мне морковку. Я почищу. Если ты не хочешь.
Да, ну давай мне сначала. Это Луна. Вот. То есть довольно интересная такая вещь. Сколько она стоила, тоже узнаете там в отдельном ролике. Клей намазали, катушку, тут клей. Клеем, если намазали катушку, и клей появился. Клеем картошку намазали? Да. Кто? Каким клеем, Дим, ты что? Клеем мы намазали. Интересно все. Мысли. Клеем вот, намазали. И теперь мы уже целую неделю живем в чистоте. Конечно, его нужно включать. Ну, наверное, все его включают раз в неделю, но, блин, мы не можем. Мы включаем его уже каждый вечер просто. Мама мне говорит, ты его угробишь. Зачем ты его включаешь так это каждый день? Вот включай хотя бы раз в неделю. Я говорю, я не могу так чисто, так классно, прям вообще. Не знаю, прям не могу без него. И интересно, смотришь за ним, как он ходит туда-сюда. Как он там пылесосит. Наблюдаешь за ним, так это необычно все так. Нравится очень. Очень довольна покупкой. Видим? Ты доволен покупкой? Да, доволен. Все понесли. Будем все упаковать. Ну, нужны игрушки, я бросаю. Ей нужны уже игрушки. Большой? Да. А что ж ты у меня пытаешься с балкона-то все вытащить игрушки свои? Хочу спасать я игрушки. Хочу спасать. Зато теперь перед выходом робопылесоса мы убираемся, все убираем. Дима убирает полностью комнату. На полу ничего не лежит. С утра просыпаемся, у нас все чистенько. Вот, Димочке я перед сном полы мою. А я хочу новенькую машиночку вытащить хочу. Когда я машину там, и у балкон там. И все. Останется пусть. Там была довольно большая морковка. Не знаю морковку. А зачем намазываюсь к морковку? Не, все равно, кстати, вкус у этих грибов какой-то странный. После вкуса, вернее. Хоть не такое. Вилочка какая классная. Радует нам такого как цвета. Как собаку. Угу. А салат зачем? Какой салат? А салат зачем? А, салат? Да. Это я себе мама делает. С грибами тебе нельзя. Я хотела без грибов сначала. Сделать для Димы. А я хочу грибы. Что-то мало грибов положил сюда. Хочу я грибы. Грибов побольше положить. А это грибы я хочу. Дима, кстати, у нас грибы уже случайно, представляете, случайно попробовал. Мама передала блинчики, 4 блинчика было в одной кучке. И там получилось 2 с творогом и 2 курица и грибы. Я не знала об этом. Я думала, они все одинаковые. Просто дала ребенку, ребенок говорит, о, курочка. Я думаю, ну хорошо, с курицей. Съел, спать уложил. Мама звонит, а там, говорит, один с грибами был. Ну, не один, а 2 было с грибами. Вот курица и грибы. Ты не дала, надеюсь, ребенку?
Я говорю, нет, дала. Я говорю, я даже не знала. Говорю, что вообще ты купишь с грибами, что вообще, ну, блины с грибами будут. Я говорю, ты бы хоть предупредила меня. А это не грибы. Ну, ничего, слава богу, Диме ничего не было. А это не грибы. Ну, тебе нельзя, Дим. А вдруг у тебя животик разболится? Давай, чисти. А это не грибы. Нет. Вдруг они плохие? А вдруг это поганка? А поганка, от нее болят как раз животы. Не надо тебе. Они невкусные все равно. Вкусные. Нет. Вкусные. Невкусные, совсем невкусные. Вкусные. Какой-то, не знаете, послевкусие, как будто табачное какое-то. Послевкусие такое странное. И у тех, кстати, тоже были такой же. Хотя вроде похоже это на белые грибы. Видимо, вот нужно знать особенный рецепт, уметь готовить все-таки. Да, Дим? Да. Готов, склонил. Ой, готов, склонила. Я сама поняла. Сама. Я это счистила. Сам. Сам. Куда ты их дел? Где она? Вон она. Она? Она. Она что, теперь грязная, что ли? Грязная. Ну, приехали. Что за мусор тут? Мусор. Морковки оторвал я. Эту попочку. Попочку? Да. Тебе попочку морковки не жалко? Нет. Не жалко. Не плачет морковка. Не плачет? Да. Она терпит морковка. А я не терплю, я плачу. Терпит морковка? Да. Серьезно? Да, я не терплю, я плачу. Ну? А дай мне попить, пожалуйста. Дай мне попить. Сейчас дам. Они уже такие руки отмоются грязные. Почему отмоются? И отмоются. Со временем. Они отмоются. Так, дальше готовим. Готовим дальше. Дадим. Эту грязную я себе забрала. Зарезаем на небольшие кусочки. Вот так вот картошину. Да? Да. Мне будет сделать салат? Нет. Картошечку будем кушать. Зеленым лучком. Просто смотрю вот так вот. А я и буду лучок. А ты будешь. Ужин у нас с тобой. Маме. Так, и Диме теперь. Да нет, много, пазы, много-пенунга. Да. Он Масюня пошел. Прошел. Его теперь слышно. Так прикольно. Мы привыкли за время ремонта, что там не одни дома мы целыми днями. Давай. Не одни дома мы целыми днями, а все время мастер был с нами, мастер. Как-то привыкли так уже к нему. И когда он уже ушел, его когда уже не было, нам было очень скучно, очень одиноко, особенно мне тоже. То есть, ну, чувствуешь тишину. Ну, не надо все. Я уже это положила. Но ты не съешь потом, Дим. И это мне еще последнее. Ну, если ты не наешься, я тебе еще положу, не переживай. Вот, и мы уже стали с Димой подумывать. А я сначала подумала, что, может быть, кого-то завести. Потом думала, нет, что-то я животных не хочу, их тоже нужно кормить, это трата денег. Если там кошка, это надо рыбу постоянно где-то покупать. Думаю, это надо ходить куда-то на рынок или куда-то еще. Вот, там все собак, это еще больше. Ну, клади ее туда в тарелочку. Она такая, она страшненькая. Да, страшненькая. Такая вот она. Да. Да.
Вот, и подумала, что что-то нужно такое другое. И решили робопылесос завести, да, Дим? Он теперь как маленькое животное, которое бегает, прыгает. Ну, вернее, нет, не так. Который там ползает, да? А это ребенок и морковка. Ребенок у морковки? Да. Покажи всем. Он ребенок морковка. Угу. Да, а морковка со своим малышом, да? Да. Как я вместе с тобой, с малышом везде, да? Да. Так же и морковка, да? Да. Да. Лайки ставь, скажи. Лайки, лайки нам. Лайки. Грязные руки какие. Лайки, лайки, лайки. Дима все почистил. Да. Ставьте нам, это сколько вот там? 20 или 30, сколько я там говорила? 8. Давайте 20. Ладно, много не посмотрят, наверное, вот сколько, здесь. Вот сколько. Лайков, и выходит у нас обзор с робопылесосом. Вот сколько. Вот сколько. 10? 10. Лайков? Да. Для Димы. Вот сколько и вот сколько. Для Димы поставите 10 лайков. И скажи, ставьте лайки. Ставьте лайки. Для меня. Да. Скажи, для меня. А завтра буду конфетку есть, и сонную, и завтрак. Конфетку есть будешь? И тоже завтра. Хотите увидеть, как Дима ест конфетку завтра? Как Дима ест конфетку, хотите увидеть? Ставьте еще 10 лайков для Димы. А дай мне конфетку. Да. Мне конфетку. Да. Так, вот они наши. Берем лучок. И маме тоже. Диме. И маме. И папе. И папе. И маме, и папе. Так, и поскольку он у нас с вами замороженный, мы его отправляем в микроволновку. Да. А там кто там почистил? Кто там чистил? Кто там уже чистил? Дима. Мака. Соль еще, я совсем забыла. Подсолнечное масло вот такое. Мы доедаем. Когда-то селяночка масло было очень обалденно вкусным. Это уже абсолютно не то. Доедим, я больше брать не буду уже все. Это, я не знаю, это фигня какая-то просто. И добавляем маслице. Вкусно будет, обалденно просто. Маме. Дай. После маленькой. Чуть-чуть. Давай. Ложку свою. Ложку давай. И все это перемешиваем. Тут у Димы даже маловато слишком. Этих лучка получилось. Это еще масло. Да ну много-то тоже его не надо. Много. Вот и картошечка горяченькая. Да, сразу все тает. Дай. Все. Очень классный пылесос. Уже четвертый раз я его включаю на всю квартиру. И у него батарейка еще до сих пор не села. При том, что он каждую комнату обходит по 3-4 раза. То есть на одном и том же месте, заново, снова, снова. И сам даже бывает не уходит. Долго очень. Кухня, например, он у нас первый раз очень долго намывал. Мне кажется, минут 15 он ее точно намывал. Как будто он видит, что она грязная, хотя я там перед этим помыла. Короче, все это нанесли. Остатки. Это все. Вот так туда. Вот у нас. Вот такой вот у нас с Димочкой ужин. Да, Димочка? Да, зайчик? Да. Ну-ка. Радость моя сладкая. Ла. Вкусно? Тебе вкусно? Мне. Вкусно? Мне. Вкусно. Ставьте лайки. Горячие, что ли? Горячие? А что-то не падут сначала. А водичка?
А у меня там есть чай. А, у нас сегодня чай, представляете? Обалденный чай. У нас сегодня не особо, увидите. Короче, чай, оказывается, так вкусно. Вишня, замороженная вишня, лимон и черный чай. Такой он терпкий, но вкусный. Налить? Тоже это пиво, налить, да. Чаек. Он уже не такой, а первый у меня был прям очень классный. Классный. Просто даже, кажется, черный чай с вишней и лимоном. Это вкусно. Как? Вкусный. Как вкусный? Классный. Да, вот такой вкусный чай. Напиток есть, что ли, напиток? А у меня он вон какой аж получился. Это был первый. И потом я залила туда вторую водичку. А дай мне тоже посадить. Он точно такой же, только более красный. Видишь? Это что ли напиток? Ну, напиток, наверное, или чай. Я не знаю, как напиток. Его назвать можно. Напиток. Все, пожелайте нам приятного аппетита. Мы будем кушать с Димочкой. Да, малыш? Лайки, лайки, лайки. 10 лайков для Димы ставьте. 10 лайков для Димы. И тогда вы увидите завтра, как Дима будет кушать какую-то сладкую конфету. Да? Ты завтра будешь конфету сладкую кушать? Да! Да! Какую-то очень-очень вкусную конфетку. Ставьте. Лайки, 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 лайки. 10 лайков, да, Дима? Да, Дима. И 20 лайков ставите за, чтобы увидеть, какой же у нас пылесос. Робот-пылесос для обзора. Все, увидите скоро. Всем пока-пока. С вами был канал ArtMania. Пока-пока-пока. И подписывайтесь, и пишите комментарии для Димочки, да? Лайки. И лайки. 10 лайков для Димы.